Первое появление снежного покрова на территории нашей области обычно отмечается в середине ноября. В прошлом году это произошло 24-25 ноября. Но вот такая дата, как в этом году, это не аномалия тоже, потому что самая ранняя дата появления снежного покрова в Гомеле 26 сентября. И произошло это в 1906 году. На капризы небесной канцелярии самой ранницы зараховали все дорожные службы. У 11 годин державная инспекция увела специальный план на дворе. Распачался активный мониторинг дорог. Главная мета – выявить небеспечные участки, поведомить про их у дежурные части и дорожным службам. Для этого выкористовываются у темлику и махчимости видеокамер, установленных на улицах. На очистку дорог от снегу оперативно выехали свыше 20 одинок техники. Диспетчерская есть, которая круглосуточно дежурит. Несмотря на то, что у нас с 1 ноября дежурство, мы начали уже с 25 октября дежурство, это круглосуточное. И поэтому были готовы к этому полностью. Стихия не застала нас врасплох, мы были готовы, знали прогноз. Поэтому вся техника с момента обнаружения осадков работала на дорогах Гомельской области. Самая складанная ситуация на автодорогах М5 до Жлобинского района и М10 до Калинковицкого. У каждую из этих кропок отправилась снегоуборочная техника. Наибольшая колькость опадков зарегистрирована у Гомельским, Чачырским, Рычицким и Удакашалевским районах, где, до речи, минулые ночи больше як 20 населенных пунктов и 8 молочно-товарных фирм застались без электроэнергии. Праз 2,5 часа усе были подключены, а лишь причину аварии специалисты со снегопадом не связывают. По словам метеорологов, первая снежная покрова, как правило, неустойливая, может протриматься от нескольких годин до нескольких дён. Уже у субботу температура по ветра почне повышаться, а опадки чакаются только у выгляде дождю. Одночасово махчимы слабые туманы и гололед. Супрацовники ДАИ закликают водителю быть максимально осторожными за рулем и заховывать худкостный режим. Дарыча, в областном центре сегодня ранницы зафиксовано больше за 30 дробных ДТЗ. Обставины серьезной аварии высветляются у Будакашалевском районе. А вот пешеходам змены на дворе, наоборот, пришлись до сподобы. Когда посмотрели в окно, да, сразу был снег, да, машины в снегу стояли. Мы на санках катаемся, кидаем снежки. Да. Настроение супер, потому что снежок — это приятно, но как-то рановато в этом году. Не ожидал так рано снег, но в принципе хорошо. Снежно, прекрасно на улице. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».